Что, все дело в случае? Талант он или есть, или его, простите, нет? Но не будем торопиться. Примерно в то же время, когда Левон впервые взял в руки кисть, высоко в горах, в маленьком селении Мигри, двое молодых художников, Адель и Авак Айрапетяны, открыли филиал эстетического центра и стали принимать в него всех. Мы хотели, во-первых, доказать, что все дети способны, и они могут стать талантливыми людьми. Талант не только вот талант восприятия, понимания в искусстве, а просто в жизни. Когда я им задавала нарисовать красивую природу Мигри, они абсолютно эту красоту не смогли увидеть. В группе графики в основном маленькие дети, с 4 до 7 лет. Ну, естественно, им очень трудно работать только с черным и белым. Поэтому я придумала разные методы. Одна из них – театр палец. Это где-то наш стиль работы. Мы в основном все сами сочиняем, сами игры сочиняем. Тот педагог, который занимается творчеством, он и сам учится от детей. Естественно, он сам многому учится от детей, потому что у нас, взрослых, очень мало хватает вот детского восприятия мира. Это же прекрасное восприятие. Будем надеяться, что в самое ближайшее время нам еще предстоит услышать о Мигри и о его талантливых детях.